Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. Сегодня записываю очередной видосик. Это уже вторая серия по данному аккаунту, по мега-нагибу. Сегодня покатаем, получим званочку. До звания у нас осталось 70 опыта. Ничего особенного я не придумал, о чем поговорить. В принципе, вышел новый видеоблог. У нас будет скоро наконец-таки матчмейкинг долгожданный. Я бы сказал, что это больше плюс, чем минус. И то, что каточки будет у нас тоже по 10 минут, это тоже неплохо. Я, в принципе, поддерживаю данную тему. И думаю, что это будет больше плюс, чем минус. В принципе, для всех игроков, то, что команды сделают примерно равные, если вся система будет работать хорошо, без лагов, без ошибок, без багов, то это будет, конечно, плюс. Также в видеоблоге рассказали про ежедневные задания. Вот мы получаем звоночку, генерал-майорчик уже у нас имеется. С одной стороны, я бы сказал, что это рубрика. А вот и золотой ящик сразу. Поймать его. Я бы сказал, что эта рубрика провалена, как бы так ни звучало, но я считал, что все-таки у меня получится все это дело организовать. Где голдески? А, летит, летит, летит. Ясно. Все это дело организовать на бригадире, весь мой Вика-молот М4. Но, увы, как-то не получилось, не сложилось. Как-то вот так вот печальненько. Кстати, у меня упала премочка здесь. Вообще крутяк. Мне это очень нравится. Викамолот, кто у меня не знает, прокачан на 15 шагов. На ближайших скидках я постараюсь его выкачать на фул. На это мне надо, грубо говоря, где-то 300 тысяч кристаллов. Сейчас имею уже 54, выполняя заданочки и все тому прочее, цепочечки и тому подобное. Ну, вы поняли, короче. Потихоньку кристаллы собираются, контейнеров тоже бывает, что-то хорошее падает. Если вы смотрели первую серию, то я там открывал контейнеры, как раз-таки вот эта премочка мне упала. Также к премочке упало 10 тысяч. И это было для меня, ну, таким приятненьким плюсиком, то, что контейнеры были хорошие. Никакой уво фуфила мне по большому счету не упало. И я был рад. Не было ни мин, ни нитр. То, что как бы надо, то и упало. Премочка мне даст небольшого заработка плюсом. Не знаю, сколько я на ней смогу нафармить. Выполнять я буду только, наверное, заданочки. Так, по большей части я бы не хотел опыт набивать. Ну, возможно, посмотрим. Может, какой-то грабчик будет такой прям топовый-топовый. И я тогда на него залечу. До звания как раз неплохо, что до звания так много. До звания 90, сколько, если не ошибиться, 95 тысяч. Блин, это красиво-красиво. Я больше рад, чем не рад. Это значит, что звонка будет долго набираться. Это то, что мне как раз-таки и надо. Счет 2-1, такой скользкий счетик. Вот надо. О, а скользкий счетик превращается в 2-2. А вот это уже становится как-то печальненько. Надо попробовать увести флажочек. Мне за каточку, потому что надо заработать 100 кристалликов, как минимум. А чтобы заработать 100 кристалликов, надо выиграть данный бой. Проигрывать его тут точно нельзя. Ничьи, я думаю, тоже будет маловато. Хоть, конечно, у меня премочка имеется, но я думаю, что лучше выигрывать его. Сейчас по-быстренькому попробуем увести, пока все идет к доставочке. Хороший быстрый увоз. Вот и Викафризик, который мне хочет помешать. Минку поставил, выкатываюсь наверх. Ну уже, ну ребята, ну помогайте. Лечи, 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 красавец. Красавец. Вот и Зина молодец. А сейчас вот Фризик мог мне все преградить и могло ничего не получиться. Что еще у нас вышло в видеоблоге? Матчмейкинг, цепочки. И рассказали про турнир.
про моц наш, который будет. В принципе, я в нем участвовать не планирую пока что. Возможно, что-то изменится. Хотя, я думаю, вряд ли. Пока я не планировал в нем участвовать, да, и думаю, не стоит мне туда суваться. Сейчас на рельсе мне так особо не нравится играть. В принципе, конечно, попробовать можно силы в том же, там, например, тандеме или трио, но дело такое, надо уделять больше времени. Ванька тоже класс сыграл, вот, мне написали даже какой-то такой комплиментик, можно так сказать. Хорошо, если сыграл хорошо, то окей. Благодарствую. Благодарствую за то, что мне вы такие комплиментики пишут. Ну, в принципе, каточка подходит к концу, а значит и видосик тоже. Такой вот буквально не длинный получился он. Если понравился вот такой ролик, то ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А с вами был мистер Ванька. Всем спасибо. Пока.